Запиздубля, я Одер, я отыграл Аздейнер Survival, и сегодня я буду открывать ящики, полученные за просмотр стримов на Твиче. Это будут старые сначала схемы, ящики, набор для взлома, редкие схемы, заводские детали, набор спецвойск, который я давно получил до новых дропов, набор механика и набор инженера. Ой, сколько я этих ящиков наоткрывал, даже видео было, где я в сумме, наверное, 50 открыл или по 50 каждый. И новые Twitch дропы, которые находятся в виде подарочной посылки, в которых нам можно, может даже достанется какой-нибудь, например, даже самый редкий, наверное, скин, это Фантом. Ну, байк. Ну что, мы начинаем, начну я, пожалуй, получается, с набора с заводскими деталями, посмотрим, 5 наборов мне досталось. Так, карбончик, нифига, сразу, вау, нифига, давай еще, давай карбон. Да ну ты, пластик. Блин, такое себе. Да вообще, оно повторяться вообще не будет. Я так по... Ну, блин, звездец, невезучий. Вот я хотел бы быть настолько невезучим, чтобы... Вот как видишь, самый редкий лут... Он вот здесь. Ну, карбон-среднячок, да? Чтобы мне 5 раз подряд карбон упал. Я размечтался. Губу раскатал. Так... Следующее у нас идет набор для взлома. В наборе для взлома у нас падают вот такие шлема C4, ВСС-ка и АК. Ну, остальное не особо интересно, хотя глок тоже неплох. Надеюсь, мне пару ВСС-ок да перепадет. Давай. Пока что по хилу нормально. Глок. Ну, в принципе, мне каждый тип по одному упадет, я думаю, точно. Так, топоры я получал, глок получил, я это получил. Остается для полного счастья железную трубу, шлем, калашников, ВСС-ку и одну сишку. Я думаю, мне упадет, достанется. Вот, я уже сказал, еще 4 открою и по-любому ВСС-ка, калашников. Ну вот, что я говорил, железная труба и махом сразу АК-47. Все, с 3 попыток я выбиваю ВСС-ку и С4, по-любому, я думаю, это 100%. Да не, серьезно, что за подстава? Ладно, ладно. Я не знаю, когда НАТО устроил. Окей, продолжаем дальше. Уху-ху, на закуску давай, на закуску. Набор спецвойск, вот то, что я разыгрываю сегодня. Сегодня итоги, наверное, да, будут. Так, спецвойск. Сейчас набор... себе пособирать. Так, здесь уже модифицированы такие с гушишаками оружка. Побольше бы, я думаю, хотелось бы ботинок. Быдок, а бы... Почему я так много бы? Говорю. Меньше бы. Употреблял бы. Ты долбаная бы. Так. Неплохо. Глок такой. О, ботиночки, шикарно. Самый сок, давай. Открыл все Twitch дропы. Наконец-то этот момент настал. Я капец как много копил это все дело. Нифига, full мод. Почти full мод. Немножко навеса можно понакидать свои. Еще у нас есть папка с редкими схемами. То есть я там могу вообще активки повыбивать. И это вообще будет круто. Просто очуметь. Вот. Дальше. Так, на закуску уже прошло. Папка со схемами. Давай, откроем. Откройте, вы получите 3 случайные схемы. Отлично. 3. Получается, я 6 схем получаю. Хорошо, их можно будет сразу забрать. Я чем как раз таки займусь сразу. Прицел, улучшенный компенсатор, улучшенная коробка, ручка, улучшенный приклад, легкий приклад. Я просто сейчас бункер альфа заполняется этими схемами, чтобы записать отдельный видос. Набор оружейных деталей, в которых есть пружины. Мне, в принципе, пружин сейчас достаточно, но пружин много не бывает. Всего лишь 2 коробки мне досталось, печаль. И вот самое ужасное, что мне падало, это вот набор инженера. И я еще собирал их до появления АТВ. То есть здесь не было аккумуляторов, ресурсов. Ну, шестеренок не было, аккумуляторов. Я просто не знал. У меня как бы собран был вездеход. Ой, вездеход... оговорочка по Фрейду, да? Ладно, шучу.
на тот момент у меня как бы был собран чоппер, и мне от этих ящиков вообще прока не было, кроме как Джейн относить сдавать. Ну, в принципе, я по КД, грубо говоря, я очень часто ходил в бункер Альфа и открывал ящики за талоны. Ну и ферму часто любил посещать, в принципе, по видосам понятно. Вот так вот болты достались. Болты, шестеренки попадали, это круто, да. Набор механика, вот здесь у нас бензобак, давай, фильтров. О, собака, мысли материальные, это круто. Резина тоже неплохо, это целых резиновых деталей, сколько, 20? Хоп, хей, будь веселей. Напиши в комментариях, вот открывает, то есть добывает вич-дроп, ты бы какие хотел в коробке получить? Ну, манекен, естественно, фантом, медицинскую маску. 2020, да. Сказался в памяти. Да ну, вы хотя бы мне бензобак дадите, не? 8, хорошее число, я люблю его, но походу без бензобака, ёкарный бабай, нахрена я видео начал, я же ради бензобака это все делал. Аж мурашки по телу, круто, я люблю себя до мурашек доводить. В принципе, остается папка с редкими схемами, погнали. Фух, две редкие и одна крайне редкая, ёкарный бабай, пожалуйста, выпади мне картечь. А, 6 случайных схем еще падает. Окей, глушитель. Ладно, у меня есть. Увеличенный магазин, улучшенный глушитель. Так, сейчас я посмотрим, что добьемся. Давай активку. Это тактический приклад. Нет, у меня есть облегченный затор, усиленный приклад. Пожалуйста, дай мне топ-схемы. Топ-схему. Я хочу фиолку. Прицел X8, ёкарный бабай. Вот фиолка, которая мне не доставала точно. Я знаю, у меня скоро фул модифицированный будет. Это, наверное, первое оружие, которое будет у меня максимально прокачано. Это винчестер. Мне только на него и падает. Он пошел открывать с предыдущего сезона схему. Выпал приклад на винчестер. Прицел X4. Наконец-то у меня будет прицел на УЗИшку. Ёкарный бабай. Все лучше и лучше. Облегченное цевьё. Твою дивизию. Ладно. Тактический апгрейд. Нет. Есть, есть. Не хочу. Не только фиолки интересны, потому что синьки у меня в принципе здесь собраны. Я не думаю, что у меня какая-нибудь синька не про... есть, не собрана. Коллиматор такой себе. У меня вроде бы есть. Да что ты будешь делать? Одна схема осталась. Ёкарный бабай, звездец. Ну хотя бы активка на штык. На калашников. Ёкарный бабай. Не знаю, насколько она тупая. Интересно, блин, мачете, холодное оружие. А, еще. Это еще не все, оказывается. Прицел X5. Окей, окей, окей. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, блин, сколько повторок было. Места, надеюсь, хватит мне. Все, инвентарь полон. Хорошо, давай смотреть, какие у меня не... Опа! Это тяжелое лезвие. Опа! Это штык-нож, круто. Ломтерезочка, ух. Минус ферма. Так, это у нас с повторкой. Легкий магазин. X5. И это по-любому. Так, это у нас улучшенная кромка. Есть. Прицел X2. Хоть серые модификации уже на скарпа идут. Так, хорошо. Я тебя запомнил. Давай как-то вот так вот это сделаем. Блин, капздец, повторок дофигища, хоть на фиолке повторок не было, и на этом уже спасибо, ребят. Спасибо вам за этот твич-дроп. Так. Да ну нафиг. Ну, я имел в виду повторок между собой, то есть, чтобы схемы по 2-3 штуки падали, и на этом спасибо. Но то, что они уже были собраны, ну, это, конечно, обидно, но все же, что есть, то есть. Заходите, рейдите, да? Как говорится. Капздец их нападало, на самом деле. Я не ожидал, что их так много. Я думал, блин. Почему-то поменьше. Так, это у нас прицел X4. Фиолка. Опа! Улучшенные держатели. Для телефона.
удобный магазин. Наконец-то хотя бы все серые схемы, наверное, открываю. Все, схемы последние остались. Давай. Опа, это прицел X8. Отлично. Хорошо. Капздец, мне не повезло. Тупо не повезло. А кто-то мне на стриме говорил. Откроешь, и будет у тебя там активка нормальная на калашников, там гранатомет и тому подобное. Всего же 10 ящиков. А вот ни хрена. Думали, за донат все так просто. Не тут-то было. А реально, народ донатит и толком ничего не получается. Капздец. У меня же сколько неповторок было этих фиолетовых. Так, какого-то фига я засмотрелся на модификации, но нам нужно еще 30 дропов открывать. Я так нехило уже времени потратил. Погнали. Щенок хаски. Подарочная посылка. Ой, промазал. Медицинскую маску открыл. Ну, в принципе, чего неплохого такого. Да, долбанные инженеры да механики. Ты просто смотри. Звездец, урод топтал такое счастье один за другим. Я... Да что они тут со мной... О-хо-хо-хо, фантомчик, здорово. Я так рад тебе. Вот, нормальные ящики. Блин, подожди, дай. Дроп между дропами. Вот. Давай еще редкие схемы. Овчарки. Ты меня уже успокаиваешь. И не знаешь, кто там. Мальчик или девочка. Ух, тварь ты. Ну что ты будешь делать с этими-то ящиками? Хаски. Давай корги, ёкарный бабай. Давай второй манекен мне. Да заколебали. Сейчас наборов механика еще столько же открою. Щенок овчарки. Вот, на мана. Овчарки. Мне интересно, может что отдельно со схем выпадет реально. Ты посмотри, просто одни механики падают. Вот и тарасейна. Шикарно. Так, два скина уже получил. Три скина! Давай еще четвертый. Порадуй меня. Да что ты будешь делать? Я так и знал, что последняя коробка это будут долбанные инженеры да механики. Я тебя так люблю, Джейн, да. Для тебя все сделаю. Погнали, ёкарный бабай. Это я уже, наверное, показывать не буду. Фух, колесо вездехода, зачем оно мне? Часть двигателя, неплохо, но я фильтры хочу и бензобак. Шикарно. Давай бензобак. Ну, плаг. О, вот так вот надо. Резина до части двигателя. Вот так вот. Да. Так. Набор инженера. Аккумулятор. Круто. А. Воу. Давай еще. Как мне эти наборы инженера падали подряд по 5 раз. Давай. И с тобой аккумулятор так замутим. Я не против. Если бы еще трансмиссию вездехода раздавали. А лучше бы вообще, чтобы карбон так пал. Дал. Ну камон, давай. А, все что ли? Походу все.
Набор подавления. Ничего себе. Ой, дробовик, да, разрушитель. Еще раз дробовик. Это шикарно. 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 Набор для взлома. Порадуй ты меня, пожалуйста. Давай сишку и долбанную ВСС-ку. Давай, оно мне только не упало. Да что ты будешь делать? Бесшумный набор. Давай мне... Вау, сразу М-ку, круто. Один обычный предмет. Это-то понятно. Все, что ли? Ну да. Тихо, тихо, тихо. Ты куда собрался? Давай еще. Осталось всего-то ничего. Набор оружейных деталей. Давай. 80 пружин. Давай. Все, что ли? Серьезно? А, по одному. Так. Там. Нельзя посмотреть. Хорошо. Вроде бы вот это подарочная посылка. Или я промахнулся? Вот здесь маска. Я не хотел тут открывать. Ладно, придется тогда обычно собирать. И последний спецвойск. Может даже тактикам порадует, но навряд ли. Хотя, по идее, он шансы неплохие такие имеет. Но, увы, сегодня тактики не получили. Но на этом у меня все, в принципе. Напиши в комментариях наборы, мне будет очень приятно. Я влюблю сердечко. Что сказать? Что? Кучу времени, конечно, на стримы я потратил посмотреть их. Ну, как тратил, я просто тупо врубал, досмотрел. То есть я сам комп врубил, трансляция гоняет, а дропы мутятся. Пора подвести итоги этого видео, в котором как раз таки розыгрыш и был. Копирую я ссылку, получается. Заходим мы, пишем коммент пикер. Есть коммент пикер. Заходим. Ищем YouTube Tools. Рандом коммент пикер. Есть. Условия были простые, максимально простые. Это лайк, подписка, любой комментарий. И при этом самое важное было открыть подписки. Поэтому сегодня я выберу чисто у тех, у кого открыты подписки. Если подписка закрыта, то я пропускаю этого человека. Так, комментарий вставляем. Duplicate users, то есть от одного человека, один человек, один выигрыш, все. Именно поэтому не надо было там писать специально кучу комментариев, не поможет. Так, все, get YouTube comments, то есть получить YouTube комментарий, и здесь получается комментариев всего 389, а всего 205, то есть от одного юзера каждый второй по одному комменту оставил, наверное. Получается так. Search replay and pick a random winner. И первый победитель. Надеюсь, я на это. Марсик Ласденьев. Мне понравилось видео. Так. Нажимаем на него. Смотрим. Марсик Ласденьев Survival. И заветный момент. Я думаю, что я буду в подписках. Заходим в раздел подписки на его канал и начинаем смотреть. Вот он и я. Вот и я, в принципе, на его канале. Marsic Last Day. Значит, ты идешь, залетаешь в закладочке. Пишешь, связывайся. Улетаешь в закладочки, получается, и что нужно теперь сделать? Вам нужно написать мне ВКонтакте и скинуть скриншот, что это канал ваш. Так, следующий победитель. Так, pick another winner. Старт. Им достанется 500 монет и 5 наборов спецвойск. Аурон Фокс, участвую и уважаю. Спасибо тебе за уважуху. Аурон Фокс. Раздел каналы. Здесь нет ссылок на другие каналы. Печаль, беда. Извини. Пока. Pick another winner. Старт.
Видео я говорил, как это все сделать. 1000 дроп. Я, конечно, знаю, что я не выиграю, но желаю всем удачи. А я думал, что отдельно в ролике как раз-таки скажу, что... отдельно в ролике я покажу комментарии, которые якобы знали, что они не победят. Хоть в коммент попадут. Ну, как видим, подписка у него оформлена. Готово. Следующий победитель. Можно, в принципе, на самом деле открывать, пока страница загружается. Здесь будет выбираться победитель следующий. Дефолт. Крутой ролик. Спасибо тебе. Давай сразу к следующему пойдем. Дефолт. Раздел каналы. Извини, ты пропадаешь. Пока что 2 победителя есть. Леон, а можно спросить, это только на компьютер работает? Нет, это работает не только на компьютер. Здесь пока что ничего нету. Канал полностью пустой. Пока тебе. Никаких разделов нету. Давай следующего победителя. Просто шансы неплохие выиграть. Там 1 к 200, да? 0.5%, казалось бы. Но... сколько из них условий выполнило, это неизвестно. Так, здесь у нас я участ. Хорошо, что ты участ. Каналы. СТС и Одер. Очень похоже, да? Есть. В закладочке добавим тебя. Пиканозер Виннер. Да, 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 да. Как вы всех... Захир Гарипов. Два лакоса. Зашибись. Еще одного можно поставить. Просто подписки включены. Ордер есть. А так можно в сами подписки и дохренища просто подписок. Вау, все вкусно. Интересно, какая там вкуснятина. Вот так вот. 4 победителя. И спасибо, но я знаю, что это еще в очень старом твоем видео. Twitch Drops. Прошлогоднее видео о Twitch дропах было. Раздел каналы. Вау! Ни хрена себе! Он только меня смотрит. И только... ну, не факт, что он только меня смотрит, но подписан только на меня. Круто, что и CS хочет, походу. Один из тех зрителей, который хочет CSGO, да? Найс. Так, ну что? На этом у меня все. Ребят, как думаете, когда я буду на уровне этого канала, да? 18 миллионов подписчиков. Ишь ты, чего захотел, ё-моё, а? Так, окей. Раз, два, три, четыре, пять. В закладочке. Раз. Все в закладочках. Все, ребят. Спасибо за участие в конкурсе, за ваши комментарии, лайки, дизлайки. Понравилось — лайк, не понравилось — дизлайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем запись дубля. Yes, the boat land. Oh dear.